Миста Лайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Отказавшись от переговоров, они же отказались от переговоров. Ну, напомню, в Стамбуле обо всем договорились. Я говорю это вам, представители муниципальной власти. Ну и все граждане России, конечно, должны знать, но вы напрямую с людьми работаете. Мы же договорились обо всем. Больше того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим свою подпись. Подпись стоит, у нас документ лежит. Нам только говорили, надо знак какой-то подать, что вот Россия действительно намерена пойти вот на решение этих вопросов мирным путем. Надо войска отвезти от Киева. Отвели. Через день они выбросили в помойку все договоренности. Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы. А он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде. Сказал, да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности. Ну, придурки, нет? И прямо сказать, ну вот если бы, значит, мы пошли бы на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад. Ну, это просто лишний раз подчеркивает, что они не самостоятельные люди. Это понятно для всех.